Всем здравствуйте, здравствуйте. Наступило жаркое волшебное лето, в котором уже 4 вспышки с конца весны и в начале лета, да? И вот эти 4 вспышки, что они вытворяют, да? Что они творят, вытворяют? Они в буквальном смысле слова ломают технику. У меня за это время столько у людей было проблем со связью, с интернетом. Рушились приборы, рушились диагностики даже, просто обваливались системы обслуживания. Об этом говорили, но мы как-то это не внемлили, вот, пока, как говорится, мы с этим не столкнулись. У меня у самой каким-то удивительным образом сегодня я полдня была без связи, а на той неделе у меня выбивал компьютер. У моей подруги тоже, она звонит, что ж такое вообще с интернетом, связи нет. Вот вы представляете, таких мощных вспышек на солнце не было более 100 лет. 4 вспышки. Поэтому погода, она вообще непредсказуема, показывает то одно, то другое. Вот. И чтобы у вас было здоровье, мои дорогие, надо пить прежде всего хлорофилл. Наш волшебный хлорофилл, наш волшебный коэнзим. У меня есть партнер в Пензе, Светлана. У нее было очень много проблем по здоровью, по сердцу. Она долго ходила в мытарствах, как ей восстановить свое здоровье. И она прошла много диагностических тоже систем. И здесь она поняла, что ей делать со своим здоровьем. Прошла программу восстановления сердечно-сосудистой системы. И она говорит, на меня эти вспышки не действуют от слова совсем, потому что я пью коэнзим Q10. Точно так же ко мне сегодня приходил наш знаменитый партнер Василий Васильевич, которому, 78, да, уже скоро будет, через годик, хороший, знаменитый такой юбилей. Он говорит, а на меня не действуют эти вспышки. Он уже более 4 лет каждый божий день вливает в себя коэнзим Q10. Вот он сегодня опять пришел и взял 2 штуки коэнзима Q10 для себя и для своей жены. Есть хорошая лекция об этом, да? Он говорит, а на меня это вообще никак не действует. Да, все жалуются, да, всем тяжело, но мы пьем коэнзим Q10. Он также, когда ему тяжело, пьет кардицепс, он также, когда ему тяжело, пьет формулу тонус. И, конечно, хлорофилл. Для того, чтобы поднять наш иммунитет, да, у нас есть такой волшебный препарат, как B17. Здесь жидкая формула и капсулки. Ну, просто вот послушайте видео, отзывы, да, как люди, которые брали год назад пакет летний, где вот тоже были по акциям очень хорошие вот эти B17, как они просто восстановили свой иммунитет, восстановили свое сердце, восстановили свои силы. Даже вот у нас отзывы сегодня были, что кошек, собак поднимают на B17, представляете? На всей нашей натуральной, нативной продукции. Сейчас идет вот этот пакет летний, в котором идут 2 кардицепса, коллаген, пептиды для восстановления и омолаживания, да, головного мозга и гормональной системы. Но обратите внимание, конечно, вот на эту формулу B17. У нас сейчас такое время, ну, к превеликому сожалению, мало кто трубит о том, что сейчас просто перенасыщенность экологического, так скажем, трэша, в буквальном смысле слова. Мы делаем квантовые диагностики, мы видим, что у людей зашкаливает электромагнитное облучение, зашкаливает засоренность токсинами, ядохимикатами, свинцом, ртутью, мышьяком. И люди не понимают, почему у них сыпятся косточки, почему у них болят коленки, почему они плохо себя чувствуют, почему кожа у них, аллергия и прочие непонятные состояния. Дорогие мои хорошие, пока не поздно, пока, как говорится, вы целы и здоровы, обратите внимание на свое собственное здоровье. Драгоценнее вашего здоровья ничего нет. А именно, став партнером компании Биозан, вы обретаете такие волшебные средства по таким колоссальным скидкам, плюс
есть возможность иметь возврат от 45%, а также до 50%, а также бесконечные акции, бесконечные магнитные, говорю, мгновенные подарки, да, которые просто будут радовать вас. Вы обретете другое качество жизни, вы кардинально станете моложе, вы кардинально поможете своему сердцу, сосудам, своему состоянию всего организма, своим косточкам, своим глазкам, да, волшебным. Просто, мои дорогие, это, ну, необходимость нашего времени. Хотите жить, пожалуйста, присоединяйтесь, мы вас здесь всему учим, обучаем. У нас постоянные обучающие программы от наших сильных специалистов, хороших, да. Мы вам поможем, мы вас поддержим, а также мы окажем вам семейную, так скажем, помощь, вы, потому что здесь будете чувствовать чувство поддержки, чувство семьи, поддержку такую. Биазам нам Богом дан, его дом Башкортостан. Биазам наша семья, ему рады, ты и я. Присоединяйтесь, будьте здоровы, да пребудет с вами сила, дорогие мои.